Холодно, в ближайшие часы чуть потеплеет, ближе к 4 обещают минус 10. Новая неделя начнется с сильного мороза, завтра с утра минус 20, днем 13 градусов. Далее на неделе будет еще холоднее, минус 21 ночью во вторник и в среду. С четверга обещают послабление морозов, днем 13 градусов. К тому же в конце недели в Москве снова начнутся снегопады. Перепрофилировано даже под гостиницу, полагает партнер инвесткомпании «Малака Групп» Ильяшев. Серебряный дождь. Мы с вами на одной волне.